То нельзя, чтобы праздничная линейка 1 сентября превратилась в агитплощадку. Ни одному родителю, ни одному ребенку не хочется 1 сентября слушать агитационные призывы и выступления, потому что это праздник все-таки детей, а не кандидатов и депутатов. Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители, от себя лично и от своих коллег партии «Единая Россия» хочу поздравить вас с новым 1 сентябрем, учебным годом. Здравствуйте. А что это у вас такое? Это сказки. А зачем вы их раздаете? Ну, детям. Детям? Да. Символика политической партии? Да. Понятно, понятно. Молодцы. Девушка, а что это у вас такое? Что вы раздаете? Скажите, пожалуйста. Единая Россия. Единая Россия, да? Расписание занятий. Расписание занятий. Плата подъема. И здесь вот два депутата, которые кандидаты, да, на выборы. И вы решили это приурочить 1 сентября, да? Конечно. Понятно. Знали детей с праздником, с днем знаний. Угу. Понятно, спасибо. И мы вручим в классах большое спасибо за подарки. Заходите за маму сейчас. Да, позвать ее. Людмила Николаевна, Нина Викторовна. Ну идите. Что? Вы убежали? Вы здесь-то не снимайте? Я пока строю, чтобы нам картинку-то поставить. Я вынесу? Подождите. Достанем. Чтобы прилично, красиво было. А это для кого подарки? Для первоклассников подарки. И когда вы их подарите? На классном часе. Вот они сейчас вернутся с программы, с праздника. То есть прямо в здании школы, да? В здании школы. Все, понятно. Спасибо большое. Да нет, за что.